Американские сенаторы представили законопроект о приостановке поставок оружия Саудовской Аравии. Причина – гибель журналиста Джамаля Хашоги. Напомню, накануне Соединенные Штаты ввели санкции против 17 подданных королевства, причастных к убийству обозревателя «Вашингтон-Пост». Между тем, Белый дом делает все возможное, чтобы сохранить отношения с ключевым партнером на Ближнем Востоке. Сообщение об уголовном преследовании виновных в Госдепе назвали «хорошим первым шагом». Кроме того, NBC сообщает, президент США надеется, что Турция все же смягчит жесткую риторику в отношении Эр-Рияда. Напомню, оппозиционный саудовский журналист погиб 2 октября в здании Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.